Всем привет! Сегодня я покажу, как можно бесплатно прорекламировать свои услуги, товар, также привлечь трафик. Для этого мы используем программу Xpamer, ее можно найти в свободном доступе, крякнутую, то есть не нужно ее покупать. При открытии программы мы сразу переходим в основное меню. Здесь мы указываем тему письма, отправителя и адрес для ответа. То есть адрес для ответа — это будет приходить ответ на одну почту. То есть сюда указывайте свою рабочую почту. Также здесь рабочее окно. Здесь мы можем изменять текст, вставлять картинки. Самое главное, мы можем вставлять видео с YouTube. То есть, в принципе, хороший движок для начинания показов себя. Вот. Дальше переходим в вкладку аккаунта. Здесь мы указываем свои аккаунты. Я использую в данном методе, так как это бесплатно, Gmail аккаунты. Почему? Потому что у них хороший инбокс. То есть все письма, которые отправляются, они приходят почти со 100% вероятностью доставлены. То есть в спам не кладутся письма. Также у них хороший лимит. То есть с одного аккаунта мы можем разово отправить до 500 писем. Ну, по-моему, 460 один раз за одну отправку. Таких отправок можно делать 2 за 24 часа. Итого мы можем получить с одного аккаунта где-то 800 писем отправки. То есть сами считайте. То есть у меня здесь 7 аккаунтов, и у них расчетная писем в час, скорость 700. То есть также мы можем лимит увеличивать, уменьшать, то есть смотря какая рассылка. То есть если у нас большая база по e-mail, да, то мы лимит здесь уменьшаем, так как объем большой, и чтобы письма выходили со 100% вероятностью в inbox, мы ставим лимит 30. Также мы можем повысить лимит, если у нас, допустим, маленькая база до 1000 писем. То есть сами смотрим, сами руководим этим процессом. Так, это мы сделали. А, самое главное забыл. При регистрации и заполнении всех этих аккаунтов тут проходит практически все автоматически. Единственное, мы здесь указываем пароль свой и лимит час. Остальное все прописывается автоматом. То есть, в принципе, ускорять процесс, не надо долго сидеть и мучиться. Обязательно подтверждаем в Gmail работу с других устройств. То есть непосредственно в аккаунт, когда заходите, там есть в настройках вкладка. То есть, в принципе, разберетесь. Дальше, поехали. Здесь что у нас есть? Здесь у нас парсинг файлов, парсинг сайтов, то есть откуда мы берем email адреса. Эта функция недоступна, так как это пиратская версия. В платной версии, наверное, она доступна. Честно сказать, не могу. Также мы можем проверить сразу базу на валидность. То есть это проверка на синтекс домена и проверка логина. Чтобы все у нас было нормально, то есть сразу выкидывают все адреса. То есть живые и плохие, то есть от всех идет. Чтобы лишний раз нам не отправлять ненужный аккаунт, ненужный email адрес. Все, так, это мы сделали. Но переходим непосредственно к самой отправке. Что мы здесь видим? Видим также у нас аккаунты указаны, антиспам, то есть это дополнительная вкладка. Более подробно можете посмотреть, что там происходит. То есть там настройка полностью текста, картинок, видео, добавление ряби и так далее. То есть полностью всего. И контроль прочтения. Контроль прочтения лучше использовать другие варианты. Это когда будете работать с серверами. То есть чуть позже потом покажу, как это все делается. Все, нажимаем отправку. Все, видим, письма наши пошли, отправляются. Даже на телефоне есть вибрация, что письма доставляются. Переходим на письмо, то есть почта указана. Что мы видим? Видим, что наши письма доставляются. Вот видим, что все письма пришли.
Бывает, конечно, сбои, но большинство писем все-таки доходит. То есть процент попаданий в инбокс очень хороший. Таким образом, мы можем привлечь трафик на свой продукт, на свою деятельность, на свой магазин, также услуги, да хоть куда, без разницы. Главное, делайте аккуратно, делайте грамотно, и все у вас получится. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!